На новолуние мы кладем их под скатерть, а на новолуние тратим. Тратим, да. Чем больше мы положим туда, чем больше мы потратим, тем больше, ну, мы получим прибавление. Очень хорошо на новолуние, когда идете в церковь, тоже очень хорошо, когда или какой-то на новолуние попадает большой праздник, там Рождество, Пасха, неважно, то есть любой вот именно, то есть как бы церковный праздник, значит, очень хорошо, когда идете в церковь, подавать милостыню. Да, чем больше вы милостыни дадите, как говорят, рука дающего, да не оскудеет. Ну, то есть, как бы нищим, само собой, вы даете, но в церковь вы, как десятину, тоже ложите. Ну, то есть, чем больше положишь, тем больше получишь. То есть, как бы это тоже, я думаю, что люди, занимающие бизнесом, почему, неважно, там, люди, занимающие посты, люди криминального, как бы, этого вот. Склада. Они с годами начинают быть такими, знаете, как очень-очень верующими. То есть, потому что, ну, как говорится, грешат, но каются. Ну так не согрешишь, не покаешься. Поэтому здесь, в принципе, да, тоже очень хорошо. Ну, то есть, как бы помощь там, неважно, малосемейным людям, очень, ну, то есть, как бы интернатам, там, детским детдомам, ну, как бы тоже очень хорошо в этом плане, то есть, да, как бы заряжаетесь вы потом получаете вот именно как тоже какое-то, не важно то, что вы вот даете, да, но вы как бы делаете благое дело, хорошее дело вы делаете, и за счет вот этого вы в долг не даете, вы просто как бы от себя даете, да, да. Вот это как бы, оно тоже очень сильно хорошо как бы действует. Потом, ну, спрашивайте, еще что-то расскажу. Да, ну, а вот обратная сторона всех этих медалей, то есть ведь ничего же не бывает бесплатно, правильно? То есть за все же мы имеем свою цену. Любая магия, любой приворот, все имеет свою цену. Естественно, ну, естественно, любовная магия, оно, естественно, оно как бы место имеет свою черной магии. Как бы. Поэтому одно что-то даст, другое заберет. Угу. Ну, а что именно? Ну, вы заказываете любовь, можете получить как бы в чем-то другом недостаток. Если как бы бизнеса требуете, значит, будет какой-то неполадок, может, в семье. Ну, а коль вы хотите все ситуации вот именно как бы улучшить, да, чтобы у вас был комфорт везде, чтобы дома не шаманить, как говорится, не это, отвод, чтобы у вас все было хорошо, лучше обращайтесь к мастерам. К специалистам, да. Да, а то можно, знаете, как в той песне у Пугачёва, хотел грозу, получил козу с розовой полосой. Вот. И для того, чтобы вот эти козы с розовой полосой потом по дому не разгуливали, лучше всего обращаться к проверенному специалисту, который знает, умеет, может и имеет достаточное количество лет практики. Вот, например, к такому специалисту, как Инесса Алиева, которая уже более 20 лет практикует белую и черную магию, которая делает ворожбу, гадания и прочие вещи, знает, как помочь вам в хороших моментах и знает, как построить конкурентов, если это того надо, скажем так, с помощью оккультных наук и знаний. Итак, Инесса, я хочу напомнить еще раз, что вы у нас сегодня в эфире. Инесса Алиева, город-герой Минск, страна Белоруссия, есть такая страна недалеко от Польши, России и Украины. Вот, от Украины чуть дальше, в принципе. Вот, радиостанция «Сангейтс», я ваш покорный слуга Владимир Гершанов, передача называется «Терра Инкогнита», мы продолжаем. Итак, Инесса, расскажите, пожалуйста, про какие-то конкретные случаи магии, которые были в вашей жизни, которые вот вы делали, и они получались. С какими просьбами к вам приходят люди, что вы делаете, и как это потом получается вообще? И получается ли? И насколько вот эти все моменты, они работают? Значит, что я вам хочу сказать, что моменты, естественно, они всегда должны получаться. Да? Единственное, если... Ну, может быть, не получится только в таком случае, если у меня нет настроения, если я там как бы чем-то другим загружена. Ну, то есть, естественно, если есть у меня какая-то отключка, значит, может быть, что-то как бы пойти не в тот поток.
И как бы так всегда в основном получается. То есть равно по-любому, как, знаете, как кто обращается вот именно как бы по чистым чистим, так, ну, естественно, до полного исцеления, до полного выздоровления. Очень много обращается людей, вот именно чтобы, что касается того же бизнеса, то, того же, как бы кто-то просит вот именно как бы и защиты, ну, то есть как бы сделать талисман, сделать там уберег какой-то, ну не только как бы магически, но еще плюс использование, вот, мы тоже разговаривали, то есть я очень люблю тоже еще делать очень рунические ставы, мне тоже вот, кстати, очень хорошо вот сейчас вот на новолуние. А что такое рунический став? Вот для тех из нас, кто слушает наше радио не часто или недолго, или только включился, что такое рунический став? В двух словах. Значит, рунический став, я думаю, что уже много было передач, вы, в принципе, знаете, что такое руны. То есть, и вот у вас Ангела проводила, как бы, получается, беседы, да. И это руны скандинавские, значит, составляются просто руны, формулы. Uh-huh. Это, ну, то есть как бы определенные там 3-4 значка, они по-разному, они могут соединяться, могут вот в принципе как бы пересекаться, могут. Каждый мастер, он сам, как говорится, своего дела мастер. Даже вот у меня вот как бы перстень тоже рунический, он получается как защита, как и не только, ну, то есть, как бы, как и победа, как и свет, солнце, ну, то есть, как бы, в трех рунах, но он заключен вот именно, как бы, определенная какая-то защита. Значит, составляются тоже руны, то есть, под любой, именно, комомент, то есть, это касается, что работы, что касается защиты, что касается посылов каких-то, то есть, ну, то есть люди, которые просто вредят, мастера, я имею в виду, то есть как бы делают вот именно как откаты, так, значит, составляется просто, оно не важно, оно может составляться там на фотографии, может писаться на свечах, может, ну, везде, то есть как бы на что, и как бы оговаривается это. То есть, как в любом, вот, или как любой заговор читается, то есть, рунический став там, то-то, как бы так, да, то есть, или что-то на пользу, или что-то во благо, или, ну, то есть, как бы тому подобное. Вот сейчас вот по рунам очень хорошо составить вот именно как бы с одной или с трех рун феху. Феху – это богатство, это благосостояние, то есть, я думаю, тоже, Владимир, вы знаете, угу. Что это. Да. Как бы сильные очень для удачи, для богатства руны. Да. Поэтому вы мне задали вопрос, с чем мне обращаются. Люди по-разному обращаются, не и с болезнями, и как бы с разными проблемами, то есть восстановление энергетики, то же самое, то есть что касается вот чисток различных. То есть, как бы, отчиток то же самое, то есть, просят, вот были у одного мастера, один мастер не помог, то есть, естественно, опять заново начинаешь его чистить, короче, с другим мастером. Это то же самое, как запустить строителей, так, в одну квартиру, да, они там по своему ладу натворят, и ты заново лезешь, а потом, как бы, бросает этот труд, расходятся, и, естественно, недоделанная работа, у каждого мастера она своя работа, да, каждый индивидуально сам работает, в результате ты вмешиваешься опять как бы заново, и еще плюс добавок то, что ты там как бы тот человек не доделал, тот мастер не доделал. Да, ну то есть разнообразное, я говорила, что защиты ставлю, снимаю то же самое, привороты, отвороты, венцы безбрачия, кольцо бездетности, значит, очень сильно, то есть как бы обращаются люди, потому что сейчас очень много треугольников, семейные проблемы имеют как бы место такое, да, треугольники, да, ну, то есть как бы индивидуально именно провожу сеансы с каждым индивидуально, да, ну, то есть касается немножко и психологии, и парапсихологии, то есть как бы люди очень много обращаются с депрессиями, с фобиями и тому подобное. То есть, как бы, очень много обращаются с детками, то есть, по испугам. Сейчас что-то очень сильно распространен, очень сильно у детей маленьких.
эпилепсии, даже удивительно, да, ну, то есть, как бы, таким образом, да, значит, работаю тоже на расстоянии, провожу диагностику тоже на расстоянии, неважно, то есть, это будет, как бы, диагностика, как бы, порчи или кармическое что-то, генетическое что-то, вот именно, или приобретенное, или наведенное, ну, то есть, как бы, вот таким образом. Ну и помогаю, естественно, восстановить вот именно, как и говорила, вот сегодня самое такое время, да, восстановить вот именно, как заряжая на денежный поток, именно сейчас вот именно везде кризис тоже, ну то есть как бы очень много обращаются людей вот именно, чтобы как бы наладить, потому что очень много разоряются, очень много, как бы есть проблемы по бизнесу, есть проблемы вот именно по каким-то договорам, контрактам. То есть, ну, в этом плане тоже вот как бы идет работа. Ну, естественно, то есть заряжаю то же самое, вот именно все, что надо, там, лекарство какое-то, если медицинское, то есть тоже, чтобы оно более имело бы более такую силу, более крепкую, да. Очень хорошо сейчас вот тоже девочки обращаются, как, знаете, как говорится, мама не наделила красотой. Да, улучшить на красоту. То есть это тоже делаю на крема, делаю на мед. Очень, очень много ритуалов, которые делаются на мед всевозможных. То есть это может быть и на мед. Ну, то есть, как бы это на красоту, на красоту, и для того, чтобы вот есть такая категория людей, которые просто где бы они ни были, они как белая ворона. То есть их не любят, они к ним, то есть от них шарахаются. Таким грубым словом называла, да, то есть как бы где бы ни были, да, или вот в школе то же самое, ну, то есть как бы такое тоже как раз переходный такой подростковый возраст, девочки тоже очень много приходится мам, которые просто вот не находят в общем коллективе, да, в своем классе, не находят как бы никакого общения, то есть это тоже и работаем. Опять же, то же самое, как бы работаю с магнитами тоже, да, вот именно на привлечение, это не важно, то есть это касается что и финансового плана, что касается вот именно хороших людей, потому что тоже немаловажно имеет большую роль, когда цепляются хорошие люди, то есть, как говорят, подобное притягивает подобное, да. Да. То есть, как будешь общаться с хорошими, у тебя будет хорошее. Будешь общаться с плохими, значит, будет притягиваться плохое. Поэтому здесь это тоже, ну, то есть, как бы эти вопросы тоже решаю. Так, что еще? Ну, вот сейчас молодая луна. Что бы вы порекомендовали или, скажем, посоветовали всем нашим уважаемым радиослушателям, которые хотят вот как-то использовать ее в своих интересах? Что вот такое простое и рабочее вы бы могли порекомендовать? Значит, молодая луна, вот именно чисто на что именно? На общее, на богатство? Давайте я вам скажу на богатство. Давайте. Вообще. Значит, просто возьми, пусть купят, значит, в среду, ну, уже всегда сегодня, значит, ну, пусть будет завтра. Так, купит пусть мед. Но торговаться не нужно, то есть как бы если сдача остается, оставьте сдачу, ни в коем случае не надо. Ну, то есть торговаться ни в коем случае сдачу брать не надо. Или даете без денег, ой, даете как бы деньги и обратно не, или просто даете ту сумму, которая как бы конкретно заложена. Так. Которую сказали. Значит, покупаете мед, подогреваете воду, размешиваете этот мед. Так, а сколько нужно? Когда мед маленькую баночку, можно там сколько? Ну, 0,005. Ну, то есть не, ну, чуть-чуть, вот столько где-то можно. Эти все нули сложить или просто 0,5? 0,5 не надо. Давай, ну, где-то грамм 50 пусть будет. Вот так. Да. Грамм 50. Ну, то есть, понимаете, есть ритуалы большие, которые
нужно сделать и 2 недели подряд, начиная с новолуния, кончая полнолунием. То есть как бы, потому что очень много, ну, я думаю, что никому не хочется ходить потом в меду. Ну, то есть я это дам вам заговор вот именно чисто для девушек, которые просто хотят, ну, или не везунчики, или как бы хотят поправить свою судьбу, или хотят вот именно, ну, чтобы у них как-то все наладилось. Значит, просто-напросто взять вот именно этот мед, растворить, и когда будете... Растворить где? В воде? Теплой водой, да, по-другому вы не растворите, в холодной воде вы не растворите. Подогрейте воду на газе там или в микроволновке, и, значит, когда вы будете мешать, нужно говорить, народ до него падок, так вы меня все любили, хлебом солью кормили, в дом запускали, за стол сажали, вина сладкого наливали, пироги пышные подавали, в уста щеки целовали, лаской вы баловали. Ну и во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ну, то есть, как бы, и это нужно провести вот именно, короче, и мы умываться этим нужно по утрам. Ну, то есть, как бы, это можно, этот ритуал сделать вот именно на 12 дней, а можно это сделать и на неделю, то есть, без разницы. Но умыться, и чтобы вот утром встали, к примеру, там, в 7 утра, в 6 утра, в 8 утра, неважно, во сколько идете, за час до работы, то есть, как, чтобы вы потом могли это смыть. Почему? Потому что вы же будете липкие ходить, вы же на работу таким не пойдете, поэтому, конечно, желательно, чтобы, ну, высохло. Ну, да. То есть, ну, это то же самое, ну, то есть, как бы, вот как не это, оно липнет. То же самое, вот как магнит, да, как бы не хотели, все равно к магниту все тянется, все цепляется. Точно так же и здесь, вот, ну, то есть, как бы, к меду в основном что? Мухи, пчелы, они все липнут. То есть, и здесь смысл тот, то, что, ну, то есть, как бы, чтобы вас любили. Где бы вы... А можно без мух, пускай только пчелы. Это очень хорошо, знаете, как кому-то закрыть рот. То есть, как бы, подсластить какого-то чиновника или просто-напросто... У меня сейчас вспомнила одну ситуацию, это мне вас касается. То есть, как бы, ну, то есть, человечка, который вам просто вас недолюбливает или вас просто-напросто, как бы, этот, да, вот этим, ну, то есть, как бы, как бы ни в душе ни плохо ни было, все равно этот человек от вас будет называться хорошо. Понятно. Подсластим, я понял. Всех, кто плохо обо мне отзывается, надо подсластить. Подсластим, не проблема. Меда на всех хватит. Ну что ж, Инесса, огромное спасибо за такое интересное и исчерпывающее интервью. Спасибо вам за то, что вы сегодня нашли время и присутствовали у нас на станции. Нас сегодня слушает куча народу. Вообще, сегодня целый день у нас такой сквозной. Интервью на интервью, и интервью погоняет. В программе Terra Incognita у нас сегодня была замечательная Инесса Алиева из Стольного Града Минска. Маг, экстрасенс, психолог, гадатель. И человек, который умеет решать профессионально любые проблемы, связанные с оккультизмом, магией и предсказаниями. Итак, на волнах радиостанции «Сан-Гейтс». Я ваш покорный слуга Владимир Гершанов. Передача «Терра Инкогнита». Телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, задавайте ваши вопросы для Инессы Алиевой. Ну, а мы не говорим вам до свидания, мы говорим вам до новых встреч. На следующей передаче я передам вам все те вопросы, которые зададут наши уважаемые радиослушатели. Спасибо огромное. До свидания. Всего доброго, новых начинаний, удачи и благополучия всем. Всего доброго. Спасибо.